Всем большой привет! Меня зовут Людмила. Если вы увлекаетесь вязанием, тогда я вас приглашаю к себе в гости. Подписывайтесь на мой канал, потому что здесь вы найдете много вдохновляющих видео, полезных мастер-классов, схем, узоров, описаний, обзоров и многое другое. Все, что связано с вязанием. Ну а сегодня мы с вами свяжем очень красивый, оригинальный узор для пуловера, который сейчас видите на экране. Оригинальный он тем, что сочетает в себе два узора: ажурный узор и горизонтальные рельефные полоски. За счет того, что они выпуклые, получается 3D рисунок. Правда, я пробовала отпаривать, чтобы хорошо вам был виден рисунок, но пряжа достаточно эластичная и прекрасно держит форму. Так он выглядит с лицевой стороны. И посмотрите, какой красивый с изнанки. Мне даже больше нравится. На лице рельефные дорожки выпуклые, а с изнанки наоборот, они как бы выбиты. Очень красиво смотрится. Образец связан из полухлопка. Вот такие ниточки. Здесь в 100 граммах 330 метров. Спицами 2,5 миллиметра. Сейчас вы видите схему данного узора. К сожалению, раппорт не выделен, а к сожалению для новичков, потому что новичкам очень сложно вязать по схемам без раппорта, так как не всегда такие схемы нужно вязать с самого начала, как они нарисованы, да, как вы видите. Если вязать сначала, то у вас узор не получится. Я сейчас вам выделю раппорт. Вот так он выглядит. Здесь в раппорте 12 петель. Если вязать поворотными рядами, ваше количество петель должно быть кратно 12, плюс 1 для симметрии и 2 кромочные. Образец я свой вязала из 3 раппортов. То есть вот один раппорт, всего 3. И сейчас мы с вами свяжем только один раппорт, но для образца вам нужно будет связать больше, хотя бы как у меня, для того, чтобы сделать правильные расчеты. И давайте уже начинать. Набираем для одного раппорта 15 петель. Разворачиваемся и вяжем первый ряд все петли изнаночные. Первую петлю снимаем, последнюю провязываем изнаночной. Разворачиваемся, второй ряд. Вяжем все петли лицевые. Разворачиваемся, третий ряд вяжем. Еще раз изнаночные и следующий ряд провязываем лицевые. Разворачиваемся и вяжем следующий ряд таким образом. Первую петлю снимаем, далее провязываем лицевую петлю, накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Далее провязываем 3 петли вместе лицевой, 4 лицевых. Накид, лицевая петля и кромочная.
Далее разворачиваемся и вяжем весь ряд изнаночными петлями. И изнаночные петли, и накиды все провязываем изнаночные. Разворачиваемся. Раппорт у нас еще не закончился, но узор повторяется. Он настолько легкий, что вы сможете его вязать даже без схемы. И сейчас опять повторяем предыдущий ряд. Первая петля снимается, далее провязывается лицевая, накид, 4 лицевых. Три петли вместе лицевой. 4 лицевых, 1 накид, лицевая и кромочная. Разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд, изнаночные петли все. Разворачиваемся и повторяем опять. И таких повторений у нас 4 ряда лицевых, 4 раза. Лицевая, накид, 4 лицевых. Далее 3 петли вместе, 1 лицевой, 4 лицевые. Накид, лицевая, кромочная. Разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд и вяжем еще один лицевой. Давайте провяжем самостоятельно. Ну а теперь раппорт наш закончился. Как вы видите, схема очень простая, вяжется легко. И начинаем с самого первого ряда. Первый ряд у нас изнаночные, потом лицевые, и так 4 раза. То есть 4 ряда лицевых и изнаночных включительно. В принципе, можно провязывать за переднюю стенку, просто здесь не очень удобно будет вязать. Изнаночные, лицевые и так далее. Я думаю, что вам уже все понятно. Да, и еще такая небольшая подсказка. Вам нужна подсказка? Вам подсказка нужна? В общем, смотрите, в процессе вязания отвлеклись, побежали борщ мешать или еще там кто-то отвлек. А тоже, где бы вы ни находились, вам несложно определить по узору, в каком вы сейчас ряду находитесь. Здесь у нас 4 ряда. 1, 2, 3, 4. И также здесь раппорт 4 накида, то есть 4 дырочки. Вот если 4 есть у вас дырочки, значит у вас раппорт связан. Также можно ориентироваться по узелкам. Тут тоже их должно быть 4. 1, 2, 3, 4. Вот такой вот простой, легкий, красивый узор для пуловера вам в копилочку. Я надеюсь, вам понравился мастер-класс. Не забывайте делиться хорошим настроением в виде лайков и добрых позитивных комментариев. Вам не сложно, а мне приятно. Я желаю всем хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!